Ну что будет в ее основе? То, что называется толерантностью, мультикультурализмом, а на самом деле абсолютно гибельное движение для человечества, однополые браки, освященные церкви, кастрированные дети, меняющие пол, Хэллоуин, автономки в Нью-Йорке, выдающие в любое время суток наркотики и антидоны. Как? Что это будет время? Всеобщее. То есть, не вот это первый акт, да? Второй акт вот я прошла, и третий акт. Господин Нахарай, что он будет защищать? Что он будет отстаивать? Против чего он будет выступать? А выступать он будет против Христа, Мохаммеда, Будды и всех тех религиозных конфликтов. Так, ждем, здесь типа наша квартирка. Я вам просто покажу, берем бинокль, берем бинокль. Это кто сидит? Кто там сидит? Там куда? Дебил смотрит. Ребят, вы видите? Сосед, по-моему, сидит. Реально, вообще никогда кто-то сидит. Прощай, бинокль. Он убегает, блядь. Посмотрим, что показывает по телеку. Понятно, сломался. Ой. Да хватит скучаться. Реально нет воды, серьезно. Нас. Оп, и смешка покинула. Привет, мой старый друг. Приезжай ко мне на днюху, мой старый злой сосед. Вот черт, откуда у меня в детстве попало чудело. Так. Ну, блин, ладно, все, я поеду, разведка слезы. Да, возьму книгу, там взяли. И, главное, пару трусов не забыть. Так, оп. А что подарить-то? О, яблоко. Ничего, нормас, яблоко, нюх, нормас. Типа, кину в окно, как старый добрый. Ну, типа, айфон, чё? Ну, все, чё, поехали. Оу, быстрая ликвидация. Вообще, в нашей сегодняшней жизни пилоны но его нет. Ой, ё-моё. Ой, меня как-то мутит. Ой, блин. Капец, видимо, там вот он наступал. Всё, не будет. Шпалит быстрее. Ну, нафиг, нафиг, ребята. Старый дом. О, все такое старое. О, я мелкий. Такой же носатый. Такой же гадкий остался. Опять какие-то глюки, что ли? Да ну, еще и телефон рабочий, зашибись. Алло, дружище, это я звук. Ой, что там? Да блин, опять эти глюки. Господи. Все, господи.
скажу. Будем резать мы торты, а потом сыграем в прятку. Нифига себе, сейчас строю. О, господи, и опять? Что ли, все тут проходить? Ставим. Ну что ж, у меня тачка. Ладно. Коробка. И все. Ну блин, подстава сосед там сидит, а мне туда не надо. Поэтому пойдем через этот дом. Блин, а нафига сюда пошла? Как теперь выглядит? Обратно, чтобы не встретил. Коробка. Старая хорошая коробка. Встаем. Крылик. Слушай, а где он? Где он? Ё-моё, я тебя не звала, как бы. Привет, конечно, но тебя не звала. Ты куда пошёл? Шашлык! Эй, шашлык, идите, ты куда? Ну ладно, он уходит. Проходим через домик. О да, я люблю это звание. Серьезно, что ли? Стал инвестором фильма Гая Ричи о войне в Афганистане с бюджетом 55 миллионов. Значительное финансирование для подготовки и производства финансовой и технологической компании. Вы мне открыли целый проход. Принадлежит местной стриминговой. Так, здесь открываем дверь раз. Здесь открываем дверь два. Кинопоиск сыграл ключевую роль в софинансировании фильма. 6, 9, все уже работает, найс. Сюда походим. Берем. Берем красный ключ. Пофигу, что его доставать не так надо было, но все равно. Ладно, открываем, включаем. За эту ночь можно сделать столько всего. Стой! Ну, это серьезно! Здесь я никак не могу проникнуть. Найс, бэйби! Смотрите, здесь есть шкаф. Скажите, отсюда. Так. Ладно, подождем 2 часа. Но ведь вы-то уже говорили о том, что мы имеем от Яндекс, кроме такси, пиццы и так далее. Так. Это не я. Оно само разбилось, да? Не можно было услышать вот такую песню рэпера Скруджи. Ну, где она? Просто впрямую. Говорится... Ё-моё, сейчас за побежал. Послушай.
какой-то сборник песен под названием «Вкусная Россия», где поют просто «Монеточка», «Нос», «Лон» и другие. И вот и официальный гимн украинских юношей «Червона площадки Яндекс.Цен продолжают зарабатывать энергию. Есть общественное мнение. Мне скажут, а что же вы молчали? Вы не молчали. Руководство Союза кинематографистов написало письмо министру культуры Ольге Борисовне. Откручиваем. С просьбой хотя бы отложить. Водичка болела. А здесь как раз выбили окно. Со мной разговаривал... Короче, берем здесь Елена Сын. Ставим и включаем добрый музыку. Я сказал, что я думаю. Мало того. А здесь забираем персик. Делаем вот так. Серьезно? Куда ты идешь, мужик? Мужик! Мужик! И он еще не знает то, что у него дома я. Фига себе тут станция. Можешь сидеть и ждать. Его Ваня нет, как привет. Андрей, здорово. Прям еще конфликт. Главное, перепутать, где какой.
ты зим, куда надо? Just in the middle or it's just a bee. Thank you.
я здесь сделаю? Мы забрались сюда. У меня уже три. Сейчас идем сюда. И Бутина туда зонт выкинул. Так, идем сюда. Еще только покажу 5 акт. Не подгадала. Я бита паритная притрава. Так и кано канали тука полата. Это вообще легко проходить. Сальчика, ты теряешь желтый, поехал. Спички, кто? Вот так. А там есть? Ой, я аж сюда прицепилась. Красивый руль! Вы серьёзно? Ладно. Типа сделаю вид, что я очень мега этому рада. Удобно, самолёчки не навижу. Мы находимся здесь, они находятся там, где еще находятся такие большие люди. Вот так вот. Нам ничего не нужно, вот так говорить, чтобы это, видимо, там не хватает оружия. Куда едешь? Давай! Почему я вот отсюда не допрыгнул сюда? А вот оттуда я допрыгнул сюда. Логика. Нет, все. Сколько уже минут? 25. Смотрите, сказали. Нас пытаются переубедить.
мы уже прошли. Чё? Какого фига я не допрыгнула? Так. Оп. Так, что забрать можно? У меня папа. А что там? Ну, тетя мама, надо понимать, что любые военные действия заканчиваются... Ток есть у мамы? Нет. Нету. Но мир он тоже разный. У меня нет. Есть победители, а у меня только. Не... И вот теперь... Папа! Ура! У меня есть два минуты. Я хочу забрать все. Кстати, что такое? Где самолетики есть, остальное? Ладно. Этот ключик можно нафиг выкинуть. Нифига себе, я упнула. Ну и куда он там приземлился? Я имею в виду, что прямые и не прямые. Сказала. Прям. Выкинуть! Не поняла, я сказала. Вы! И! Ну! И куда она приземлится? Вон туда. Господи, как оно все пердит, хрустит. Что там оно еще делает? Я бы догадался. Хотите приколчик такой? Один маленький приколчик. Мне этот глобус тоже. Нафиг, не надо. Разбил окно. Знаете почему? Да потому что... Ой, сосед нас увидел, но ничего страшного. Можно зайти сюда. Взять зонтик. С этим двойным крючком. Просто так взять. И забрать красный граммофон. Нифига, все замораживает, туда-сюда бегает, попадаться, сидит у нас 150 раз на глаза. Если можно так одним прыжком все сделать. Фух, он не там. Забираем. Так. Мужик, ты что-то пугаешь? Я сейчас этот, как он называется? Гаечный ключ в жопу засуну. Все, ты меня задолбал. Бе-бе-бе-бе-бе. В смысле, ты меня игноришь? Все, пожалуйста, я пошла жаловаться твоему папе. Стопэ. Может, тебя задол... Да блин, я же пошутила, ты чё? Ха-ха, дебил. Ты офиг... Ха-ха. Ха-ха, получил бобу своей же кастрюлей. Ох. Видишь, я умею двойное прыгать, и ты только своей, ты попой вилять умеешь.
вот сейчас вести жертву. Какашка. Ватикана по христианским отношениям к Арману. Ты реально спишь? Смотрите, у него ноги воняют. Смотрите. Он меня плюет. Я делаю вопрос. Дядя, ты как с кружками на цену спишь? Он хоть храпит очень капец, как темно. Ой, темно. Ты! Я из-за тебя инфаркт получила. О, настало твое время. Хэштег. Как по мнению мамы, какую музыку по мнению мамы я слушаю я? Слушаю музыку я. Всем привет! С вами Влада 4, Гылен, Кобяков, Гылен. Как это слышит? Оценку. Ой. Не профессиональную, не даже личную, потому что мы говорим на широкую аудиторию. Да. Послушание. Помогите мне. Давать оценки. Оценивать должен священный синод Русской Православной. Господи. И святейший что патриарх. Со мной? Мы находимся в таком историческом срезе сейчас, что очень тонкие грани христианских. Помогите. Так, все наладилось, давай. И как слышать музыку, которую слушаю я, мама? Церковных отношений, это мы видим. Вы что, издеваетесь, что ли? Папа, смотри. Нет, он меня зловис. Что было? Хорошая музыка. Надо пройти. Пока я не пройду сюда в этот угол, я никуда не уйду. И что же я ее? Да. Я пока они стали маленькими грибочками, никуда не уйду. Все, они стали маленькими грибочками. Уменьшайтесь. Кажется, что они такие маленькие? Крыша, что ли, ездит? Его обряли это. Все не так, как ты подумал, все случайно вышло. Зеленскому. Дебров не умер? Он же агитировал за проведение саммита в Грузии и Тайване. С чем Гватемала подошла к голосованию? Субботу репортаж Сергей Брюк. А, нет. Журналист какой-нибудь. Михаил. И сегодня, и всегда на столичную гватемальскую рынок. Тикс. Гылен, Кобяков, Гылен, Блабабака, Гылен, Кобяков, Гылен. Здесь остались маленькие помидорчики. Кафедральный собор Гватемальской столицы недавно отметил 203-е. К этому юбилею церковь католик. По вопросам подошла с уровнем доверия очень солидные 60%. Православие только у нас. Что гватемальский политический класс. Да. Так. Ребят, смотрите, там машины берут, останавливаются и обратно вот так едут. Прикиньте, офигеть. О. А сюда кидаем наш гаечный ключ. Он нам больше не нужен. Ага.